Luis Followers, and it's FaceTime Luis Followers. Ah ouais. Всем привет. Как дела? Так. Привет. Блин, я не знаю, как такой телефон поставить, чтобы у меня было красиво видно. Так. People already. Yeah. What? 500 for 1 minute. Yeah. I'm waiting. Why? No, because why should I speak? No, when it's going to be more. Так. Всем привет. Вот мы пришли в спортзал. Diamond in the sky. Нет, я не скучаю по нему. Мне вообще сказалось, что раз у меня кто-то появился, мне больше денег не будут давать. Что ела сегодня? Что ела? Сейчас скажу. А. Утром я завтракала, у меня был круассан, кофе и малиновое варенье. Нет, клубничное. Потом я кушала в обед цезарь-салат. А потом больше ничего не кушала. И, может быть, попозже покушаю что-нибудь еще. Но я не уверена. Блин, телефон неохота держать. Так, я уже потеряла 30 калорий. Смотрите. Значит так, я поставила себе режим 6. Что дай? Say in Russian something. Не, давай пи-пи-пи, да-да-да. Я маленькая мышка совсем еще. I want them to listen to you. Я маленькая мышка, совсем еще малышка. Я по лесу гуляю, цветочки собираю. Пи-пи-пи, да-да-да, песенки пою всегда. I hope no. Так. Новый год мы будем вместе в Москве. Здесь, оказывается, нельзя пользоваться телефонами. Пи-пи-пи, да-да-да. Дай-дай-дай. Дай. Что дай? Дай поцелуй. Поцелуй? Порция. Большой новости. Большой новости. Нету у меня большой новости сегодня. Что? Что? Зубы грязные, да нет, вроде чистые, только что чистила. Так. Может, позже выйдешь, перепадешь. Нет, я чуть не упала, потому что я на него смотрела, как мы песенку поем. Так, у меня, блин, не знаю, прическа не испортится от этого спорта, блин. Потом нам надо идти просто. Так. Нет, он не говорит по-русски, он просто учит все мои словечки. Нет, не покажу. And I'm beautiful. Короче, вот.
Потому что я была уже накрашена. Мы только приехали с корпоратива. Вот. Мы быстро переоделись. Пошли в спортзал. А потом дальше пойдем. I don't know. Something, someone call me. Bonjour. Bonjour. You still pretty big? Нет, он молодой, ему 32 года. Дай вода. Дай вода. Where is вода? No, вода. Эй. Так, так. Где вы так? В такой отличной форме после беременности. Я в восторге. Спасибо большое. Да, спасибо, мне очень приятно. Тата, ты куришь? Курю. Не буду греха таить, чушь. Я не могу его показать. They say, why... They're asking me, like, can you show Vincent? I say, like, I can. They say, like, why? Because he's fat and ugly and old? Yes, because he's fat, ugly and old. It's true. No, yes, it's true. Vincent говорит, что он красивый и молодой. Я говорю, что нет, он старый пердун. Так, где ты находишься? Мы в спортзале. Run, Forest, run! Ой, стой! Мне надо шнурок завязать. Сейчас. Ой! Подождите, я шнурок завяжу. Мы разговариваем на всех языках. Ой! Так, я потерялась всего лишь 56 калорий, а Винсент уже 119. I lose only 57, you 120. Мы в Монако. Он француз. Беатрисочка, хорошо. Ты худая, да, я худая. Ай, ура! Я так рада, что я худая. Она меня смотрит и ржет. Sport is when I'm walking. I'm walking right now? I'm walking. What's the problem? I don't see any problems right now. Так. Чем ты питаешься? Да. Когда как? Как мне похудеть после родов? Заниматься, правильно питаться. Любить себя, любить свое тело, самое главное. Полюбить свое отражение в зеркале. Когда вы будете смотреть в отражение в зеркале и кайфовать от себя, то, что вас все устраивает, вы сами не захотите больше жрать. Ешьте около зеркала, значит. Как мне французский менталитет нормально, я же выросла вообще-то с европейцами. Я же в Китае жила много лет, и у меня практически, кстати, все друзья французы. Так, растяжек у меня вообще нет. Тут вообще нет ни одной растяжки. Заднее в зеркале видно было, но я ничего. Да не. Так. Желаю много улыбок. Спасибо большое. Я тоже желаю вам очень много улыбок. Спасибо большое. Спасибо.
короче, здесь, вот мы, ну, мы сейчас бегаем. Еще на втором этаже там наш друг. Ого, я набрала 30 килограмм, растяжек много, скинула 22, блин, молодец. Ну, ты знаешь, растяжки такая вещь, когда, мне кажется, это все, я вообще ничем не мазалась, вообще ничем. У меня нет растяжек, потому что у меня просто сама по себе, ну, как бы кожа упругая. А так это все фигня, хоть мажься, хоть не мажься, мне кажется, это все глупость, зависит от кожи. У тебя веснушки, комплексуешь по этому поводу? Вообще нет. Винсенту вообще нравятся очень мои веснушки. Он их считает. Я, да, я... Ну да, я много лет за границей прожила, поэтому мама всегда знала английский. Тата, красотка, хотелось бы увидеть тебя в Воронеже. Блин, я там была всего лишь один раз, и то как была. Приехала в аэропорт, поехала сразу в Сомово к родителям, и сразу же утром улетела домой. Поэтому я там не бываю. А Валера мне уже написал, что он мне больше не будет давать денег. Кстати, это было вот час назад. Он сказал, что он мне больше не будет давать денег, потому что, помню, кто-то появился, и, знаете, типа тебе жирно будет. Пускай, говорит, он тебя обеспечивает. Ну, я говорю, ладно, хер с тобой. Ну, да как неприятно, честно говоря, стало. Такой бред. Ну, ладно. Блин, я что-то уже вспотела. Жарко. А? 600, 700. It's already late in Moscow. All my mother sleeping. It's here 7, there is 9. It's time to sleep for our babies. Так. Ой, я ему сказала, он говорит, типа, пускай тебя, вот он тебя обеспечивает. Я говорю, ну, я приучу. Ну, короче, я даже не знаю, что по этому поводу сказать, мне так неприятно стало, надоело уже. Ну, господи, я говорю, не я ему сказала, не хочешь, я говорю, ничего не давай, говорю, мне ничего не надо. Не потому что я не нуждаюсь, а потому что, как бы, ну, что мне человека заставлять, если он не хочет, я не могу понять, это мне уже, меня это уже бесит, да. Не жалеешь о том, что родила? Нет, конечно. Я очень люблю Бетчику. Я очень рада, что она у меня есть. Очень ему за это благодарна. Я и так как бы нашла в себе силы с ним нормально общаться, несмотря... А корпоратив у нас уже закончился. Уже 7 часов вечера. Мы вот закончили корпоратив, пришли в свой зал. И потом пойдем чуть-чуть отдохнем и пойдем гулять. Так. Мне Валерина согласен, она говорит, во Францию не нужно от Валеры. Мне просто не успела визу поставить ребенку. А так он сначала мне хотел типа не давать, а потом, оказывается, именно во Францию не нужен выезд, разрешение от отца никакое. Так он мне говорит, просто мне Валера платит 50 тысяч каждый месяц. И он такой говорит, что для тебя это будет жирно. Но он просто знает, сколько на ребенка уходит денег, это еда, памперсы там. Я не знаю, мы все из разных городов, но в Москве как бы, ну, не самая дешевая жизнь, и все стоит ни копейки. Поэтому он, если он мне как бы сейчас начал тыкать какими-то законами, там, что он там должен меня обеспечивать до 3 лет 10 000 рублями, ну, это его дело. Если как бы он такой человек, ну, господи, я, в принципе, так особо-то ничему и не удивляюсь. Неприятно, конечно, но я уже... Я просто понимаю, что, наверное, он хочет просто бодаться и спорить. Сколько ей лет? Ну, вообще-то ей только 1 год и 5 месяцев. Таточка, обожаю тебя с первых дней твоего появления на Доме 2. Самая любимая моя участница. Очень классно.
Я очень благодарна. Мне очень-очень-очень-очень приятно. Спасибо. Yes, I see. Сейчас у меня шнурки завяжут. Thank you. Ой, 20 минут прошло. А, нет, у меня 19 минут, еще 3 минуты. Я бы не простила. Ну, а я его, Валеру, я давно его простила. У меня вообще нет на него никакой злости. Так, ну как не достану? Все равно, ну как бы, я не то, что так. Да, он, за... ну, я не знаю, я... Ребят, какая вам разница? Какая вам разница? Вот и здесь. Я здесь. Like a gay part. You should to be faster than your Ferrari. Так, я потеряла 100 калорий. А сколько съела я сегодня? Да сами вы аферисты с конкурсами. Там куча людей, которых я отмечала, с подарками, которые получают это все. Просто если вы не верующая Фома, это, блин, и вам поэтому... Ну, конечно, если вы на все так в жизни смотрите, у вас все так и получается. Да просто, знаете, это, ну, ненормально. Даже если у меня что-то не так. Вот даже если я что-то делаю не так, как там... Не знаю, как человек, какие-то же допускаю ошибки. Я не считаю, что это вы вправе, как бы, многие указывать мне. Потому что я уверена, что на улице, когда вы видите кого-то, и какая-то женщина что-то делает не так, как вы дома, это не, ну, вы почему-то ей не говорите об этом, вы свое мнение держите при себе. Почему вы, как бы, считаете нормальным указывать мне, там, что нормально, а что ненормально? Ну, это твое дело, как у тебя ребенок живет, что он делает, ну... как бы, ходит ли он в памперсе или не ходит ли он в памперсе. Ребенок не будет, знаете, вот мне все говорили соска, 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 там все комментарии про соску были. Я вообще не отучала бы эти от соски, она взяла просто, сама бросила ее, и все. Так же, как бы, горшок, я не думаю, что эти будут ходить до 15 лет на горшок, понимаете, ну нет, не ходит, не будет. Да не говорите вы все, это все бред, вы в жизни вы все сидите, все только диванные критики. Нет, он не говорит по... Нет, ну он выучил, конечно, уже некоторые слова. Учит. Мои песенки детские выучил. Мы вместе поем. Так. Так. Пи-пи-пи. Да-да-да. Say something. Нет, дай, что дай? Что дай? Дай, вода. Вода? Но нету вода. А, there is вода. You want? А? Cold? Cold or have and have? Medium. Ой, я как будто не хожу. Сейчас я его попить налью. А?
ребенком. А? Что? Тата, ты с Валерой общаешься? Общаюсь. Где спасибо? Он мне сказал спасибо и поцеловал меня. Так. Адриана, ему? Кому? Скажите, ну какому тут ребенку, какому передать надо привет? Я считаю. Тата, как выйти из зоны комфорта? Ну делайте все, что вам не нравится. А вы любите сидеть на диване, значит, запретите себе сидеть на диване. Любите пить кофе, значит, не пьете больше кофе. Какие-то другие себе, новые. Какой объем ресничек? Я делаю 2D, 3D, по-моему. Блин, не помню, столько лет хожу к одному и тому же человеку, что даже не знаю. 2D, 3D, 8, 9, 10, до десятки. Rosary? Where is it? Ah, yeah. Amazing. 300 kilo already. And me only 100 something. Познакомлю вас с нашим другом. I'm going to show him. Нет. Что нет, нет, нет? Чао! Alessandro, I'm here. What are you doing? Back. Это наш друг Алессандро. What to do? Me? Yes. I don't know. Let's try. Знаете, кто Алессандро? Алессандро тренер по фитнесу. Nice to meet you. Take this. What? This one? Wait, need. I film you, okay? What should I do? You can put it there and we can do it together. Like this? Короче, пока Винсент бегает, мы здесь yeah. будем играть. Ой, играть будем. Okay. Okay. Like what? Like this? Yeah. Wait, like this? Yeah, now those are legs. Like this? No, switch. Switch the legs. What do you see the legs? Take the right down. Ah. Yes, like this. And go here. Ah. Так, и мы знаем, тут Александру показывает занятия. Бегать было легче с Винсентом. Чем эта штука таскать? How many times? Ten. Ten? I always forget how many times. Нет, все, больше не могу. Надо ручку поменять. Так, что вам сказать еще?
Are you going to swimming pool? Later. No, no, he's running. I can't go to the swimming pool. My hair will die. I can't do this. Так, мы идем обратно к Винсенту. К этому. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Nothing. I know I did sport. Like, tell him what I do. No, he asked me. Так. Бассейн. Только я не пойду плавать. Потому что там холодно. Ой, холодно, как уж мне прическа испортится. And beautiful sea, I just to be happy. Ой! Так, что там, сауна? Еще что-то. Ой! Опять чуть не упала. Это неуклюжесть, я заметила. Если честно, не знаю, почему я так всегда получается. Неуклюжая я. Как научиться так же хорошо разговаривать по-английски? Блин, просто, если честно, если бы я в России жила, то я бы не знала так хорошо английский. У меня просто практики было в жизни много, поэтому так. Ой. Дочка находится с дедушкой. Нет. Да. Что да? Ничего да. С тетей и с дедом. Кому какая разница? Я же ваш ребенок, что ли? Я что, вашего ребенка забрала и отдала кому-то? I didn't touch yours. What are you talking about? Never. Так, что еще поделать? Я даже не знаю. Тата, тебе можно взять? У тебя же защемление было. Зох не могла. У меня такое бывает, но я, кстати, походила чуть-чуть к психологу, но лучше вроде стало. Это все фигня на самом деле. Надо будет не заморачивать. Но у меня было очень тяжело. Ну, я вообще много лет с этой штукой живу. Я вешу 49 килограмм. Сейчас покажу. Может, 50. Ну, когда улетала, 49 было, а сейчас, может, чуть-чуть побольше. Ну, так особо сейчас и не скажешь, мне кажется. Тата, какие ваши любимые духи? Рожа 51. Хи-хи-хи-ки-ки-ки. Я, короче, буду прыгать на батуте.